Привет, меня зовут Маша Капсула, и сегодня я хочу показать, как разнообразить свою работу в Ableton Live и запишу небольшую импровизацию с использованием AKM PK Mini. Я буду работать с сэмплами и VST-синтезаторами. Для начала я запишу драм-партию с использованием пэдов. Далее запишу хай-хеты. Добавлю фиксы. Теперь запишу мелодическую партию с использованием VST-синтезаторов. Запишу лид-партию для насыщения мелодии. Добавлю пэды. Также в MPK Mini есть возможность использовать арпеджио. Еще я могу назначать эффекты на энкодер и джог для того, чтобы импровизировать с ними и записывать автоматизации. В данном случае я буду использовать сатурацию на драм-партии, ревер, дилей, панораму на мелодической партии. А также фильтр и резонатор на мастер-секции. AKM PK Mini – удобный функциональный MIDI-контроллер, с помощью которого вы легко и просто можете записать музыку.